добрый день! А расскажу я вам сегодня одну страшно интересную историю. Историю про маньяка-нумизматора. Начну, пожалуй, ее издалека. Жила-была давным-давно одна маленькая, но очень симпатичная монетка. Жила она долго, жила она счастливо, была она в богатстве и, так сказать, всегда при деньгах. И вот однажды, когда она пошла на базар с мужиками, она потерялась. Потерялась и осталась где-то одна. Совсем одна. Никого рядом не было. Она звала на помощь, но никто ее не слышал. Она пыталась махать своими, не знаю, крыльями, но никто ее не видел. Так и осталась она одна, одинешенька, где-то в глухом лесу или, может быть, в бескрайнем поле. Прошло много-много лет, и вот в этом самом месте проходил один нумизматор. Но не простой нумизматор, а нумизматор маньяк. Это был страшный человек. Он был страшно увлечен своим хобби. Он очень любил маленьких монеток. И вот он проходил по этому месту и совершенно случайно заметил эту маленькую, красивенькую, беззащитную монетку. И так она ему понравилась, так понравилось, что он тут же захотел ее испортить. Угу. Подумал маньяк, наклонился, подобрал эту маленькую красивенькую монетку, положил ее к себе в карман и понес домой издеваться над ней. Вот мы сейчас и попробуем проделать точно такой же эксперимент. Сегодня я буду издеваться, всячески маньячить и убивать монеты. Я попытаюсь сегодня сделать из монеты значок. Вот так вот. Значок с закруткой на спине. А потом я проверю миф про чистку монет отжигом. Ну что ж, начинаю. Значит, что я для этого сделаю? Сначала найду такую монету, которую мне будет совершенно не жалко. Как правило, это монета, у которой с одной стороны нет совершенно никакого орнамента. То есть она с одной стороны совершенно лысая, но с другой стороны она еще достаточно объемная. Вот для этих целей я возьму вот такую погрызенную, убитую напрочь монетку какого-то там 16-го года, 1900, то есть это одна из самых часто попадающихся нам в земле монет, это 2 копейки Александра I, да? Вот такую монетку я возьму. И я сейчас буду над ней издеваться. Издеваться по-страшному. Ну, а в результате посмотрим, что у меня из этого получится. Угу. Но! Начну я не с монетки. Монетку я взял. Так, это кладбище домашних монет нам еще пригодится. И для начала я сделаю закрутку. И, возможно, вы спросите, а как? Как будешь делать ты закрутку? А я вам отвечу. Для того, чтобы сделать закрутку, я возьму вот такую шайбу, которую можно купить в любом магазине для маньяков. Да, это достаточно такая большая шайбочка. И еще возьму гаечку, малюсенькую гаечку с резьбой внутренней 3 мм. Да, вот, и она, эта гаечка, у меня идеально подойдет в отверстие вот этой вот шайбочки. То есть я ее туда впаяю путем высокотемпературной пайки, и у меня получится хорошая закрутка.
Все, что я сегодня буду показывать, можно найти либо в поле, либо купить в специальном магазине для маньяков. Угу. Как правило, они называются «Все для дома», «Все для ремонта» или какой-то даже «Стройрынок». Не верьте, это магазины и рынки для маньяков. Там продается все для того, чтобы издеваться и портить монеты. Но я не просто впаяю гайку в эту шайбу. Сначала я должен сделать шайбу полукруглой. Вот здесь я ничем помочь уже не могу. Здесь каждый извращается как хочет. Но у меня есть вот такой вот какой-то непонятный полукруглый, значит, конусовидный молоточек. То ли сапожный, то ли еще какой-то. Откуда он взялся, я не знаю. И в поле я нашел вот такую бронзовую гильку от каких-то древних маньяческих часов. Что я буду делать дальше? Я положу эту шайбочку, у нее есть такая дырка здесь. Я положу эту шайбочку на эту дырку. Затем молоточек один приставлю конусовидный, а вторым молотком потяжелее. Пришпандорю это дело, приманьячу, я бы сказал, сверху. Пум, 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 пум. Что мы получаем? Мы получаем, собственно, выгнутую, изогнутую шайбу. Вот так. Это и будет наша закрутка. Теперь осталось что сделать? Взять и тупо припаять шайбочку внутрь этой самой гайки. Нет, наоборот, гайку внутрь этой самой шайбочки. Чем я сейчас на ваших глазах и займусь. Итак, что мне понадобится для того, чтобы припаять гайку к шайбочке? Для этого мне понадобится белый порошок. Ну, просто чтобы было веселей. Чтобы веселей шла эта самая пайка. Чтобы не так было скучно. Вот такой вот белый порошочек. Такой белый порошок можно найти или купить у любого дилера в любом заведении города Москвы и близлежащих регионов. Если вы не знаете, где найти такого дилера, подойдите к ближайшему милиционеру и скажите: «Дядь милиционер, я хочу найти дилера, который продаст мне белый порошок». Обязательно любой милиционер направит вас к ближайшему магазину радиодеталей, где вы сможете приобрести вот такую замечательную белую искристую буру, с которой любая наша высокотемпературная пайка пойдет гораздо быстрее. В том же самом магазине, скорее всего, вы найдете вот такой вот высокотемпературный припой. Хлорно, или какой-то медно-хлористый припой с содержанием серебра. Он плавится при температуре 320 градусов, что не так уж и много. То есть можно любой газовой горелочкой спокойно это дело все расплавить и спаять. Он очень прочный, очень мощный. Это вам не какое-то поганое олово. Для начала я разогрею вот эту самую, так сказать, гаечку, чтобы нанести потом на нее буру. Если я сейчас насыплю буру сразу, то струя из газовой горелки, да, струя из газовой горелки, скорее всего, всю буру отсюда выдует. Поэтому сначала я разогрею эту самую гаечку. Не сильно, совсем чуть-чуть. А потом возьму и насыплю туда буры. И эта бура зашипит, заплавится. Ой, как здорово. Ой, как классно. Все, теперь у нас идеально все припаяется. Я просто в этом уверен. Так, потом. У меня есть припой уже. Уже порезанный на мелкие кусочки. Вот так вот. На мелкие кусочки порезанный припой. То есть я просто кусачками его порубил на мелкие кусочки. И что я делаю? Эти самые маленькие кусочки я положу туда, в те места, куда они должны затечь. То есть каждой щелочке я положу по кусочку.
Теперь включаю горелочку. И начинаю. Пламя делаю не сильно большое. И начинаю это все дело плавить. И вот уже припой расплавлен. С первого раза не удалось. Попробуем по-другому. Придется мне для этого взять вот такого киборга-маньяка. И при помощи него как бы гаечку удерживать там внутри. Припой аккуратненько затекает во все щели. Ну а куда он не затекает, там я подправлю. Так, после того как наш аппарат остыл, я окунаю это дело все в воду. Откручиваю гаечку. И слегка обрабатываю все это дело наждачечкой. После недолгой обработки наждачкой у нас получается вполне нормальная, вполне приемлемая закруточка, гайка, закрутка для нашего значка. Так, самая главная и самая трудная задача у нас сделана. Кстати, такую же гайку можно сделать банально из 50-копеечной монеты. Просто просверлив посередине дырку и метчиком сделав резьбу внутри этой самой 50-копеечной монеты. То есть гайку вот так вплавлять и извращаться не обязательно. Я покажу потом, как получается, какая получается закрутка из 50-копеечной монеты. Так, все. Закрутку откладываю в сторону, а она мне больше в данный момент не понадобится. Что я буду делать дальше? А дальше я буду, собственно, издеваться над самой монетой. Мне нужен сам орел. Его здесь, к сожалению, вообще не видно. Он где-то под слоем какой-то ржавчины находится, да, а обратная сторона убита намертво и совершенно нечитаема. Мне нужно расчистить сначала само поле, поэтому я напильником стачиваю вместе со всеми вот этими окислами, просто в наглую стачиваю все поле монеты. Все остатки легенды, которая там когда-то была. Вот она, издевательство, да, сейчас душа многих нумизматоров просто вопит от ужаса. Вопит. Они сопереживают этой монете. Они говорят: нет, что же, так нельзя. Нет, нет, мы не можем потерпеть этого. Потерпите. Угу. Потерпите. Сейчас сама монета превращается вообще в значок. Да, то есть из нумизматики она переходит куда? В фалеристику. Вот так. Ничего страшного. Это называется смена клана. Так, поле более-менее нормально подчищено. Размечаем примерный центр.
крестиком вот так вот, раз, вот наш центр. И в этот центр я буду припаивать что? Правильно. Винт, на который будет, собственно, одеваться та самая гайка, которую мы сделали. Но в самом центре я сначала толстым сверлом, вот это второе издевательство сейчас просто, толстым сверлом просверлю небольшое углубление, куда будет этот самый винт входить. Осторожно, не просверлите насквозь. Ну вот и чудно. Вот и чудно. Теперь посредине есть такое вот углубление. Так. Это самое углубление в монете я сейчас возьму и заполню припоем. Вру. Сначала я опять же разогрею монету. И насыплю в серединку буры. Бура будет плавиться, шипеть. Что говорит о том, что ей это очень нравится. Ну а кому бы не понравилось? Теперь аккуратненько в самый центр этой монеты я кладу кусочки припоя вот этого самого высокотемпературного. Вот так, беру побольше, не жадничаю. Жадничать не надо. И начинаю плавить. Припой сначала собирается в шарике. А затем вот так вот растекается. Кстати, я взял мало припоя. Надо бы немножко добавить. Надо бы добавить. Чтобы получилась небольшая горочка. Вот он опять собрался в шарик. И когда монета полностью будет разогрета, он у нас растечется по ней. Все. Вот так. Вот он растекся. И соединился с металлом самой монеты. То есть стал одним целым. Дальше. Что мне понадобится дальше? Мне... Так, значит, следующим шагом мне понадобится медный винт. А где я возьму этот самый медный винт, который я припаяю к самой монете, на которой потом накручу гайку, чтобы получить значок. А такой винт я возьму и сделаю сам из проволоки, которую нашел в земле. И проволока эта у нас достаточно толстая, чтобы сделать из нее винт. Резьбой на 3 мм. В земле она пролежала, возможно, не один десяток лет. Если я начну ее сейчас выгибать, то она, скорее всего, у меня сломается. А мне нужно ее распрямить, как минимум. Значит, что надо с ней сделать? Верно, отжечь. Так мы с вами поступали не раз, когда хотели, скажем, исправить или разогнуть какой-то, может быть, крестик или какое-то изделие. Так, отлично. Что мне надо сделать? Раскалить ее до красна и дать ей просто остыть. Хотя медь отпускается как угодно. Раскаляю до красна. Ну, такого кусочка мне хватит. Раскаляю до красна и даю ей просто-напросто остыть.
После того, как проволока остыла, она становится мягкой и податливой. И без всяких трудов ее можно распрямить плоскогубцами. Вот так. Все, она не ломается, она теперь мягенькая, как пластилин. Со временем она, конечно, опять станет твердой. Все, вот есть такой небольшой кусочек, вполне ровненькой проволочки. Теперь осталось зажать его в какие-нибудь плоскогубцы, ну, чтобы крепко. И вот такой вот плашечкой М3 накрутить на нем резьбу на этом самом кусочке нашей проволоки. Так, ну вот, резьба накручена, снимается. Это все гораздо уже проще. А на месте черной обожженной проволоки у нас становится достаточно такой длинный винт, блестящий, новенький, чистенький. С маньяческим просто запахом меди. Такого кусочка мне хватит на как минимум на 3 значка. Надену гайку и посмотрю, подходит ли она. Идеально! Все, идеально. Прямо как вот как и надо. Значит, что делать дальше? От лишней отрежу. Зачем мне лишняя проволока? Только будет мешаться под рукой. Так, зажимаю в лапу моего маленького механического киборга. И устанавливаю так, чтобы она была ровно по центру. И как бы с небольшой натяжечкой. То есть, чтобы она прямо надавливала туда. Нужно проверить со всех сторон. То есть, чтобы относительно монеты, мой винт стоял ровно. Ну и, конечно, был ровно по центру. Да? Монеты самой. Так, со всех сторон все оцентровано. Теперь осталась самая элементарная вещь. Разогреть, чтобы этот винт просел вглубь монеты. Разжигаю огонь, аки Прометей. И начинаю разогревать монету. Вернее, то самое место, где монета соприкасается с болтом. Или с винтом. И вот я вижу, как винт просел в монету, прямо углубился, расплавился сам припой, и винт вошел внутрь монеты. В общем-то, можно сказать, что вот оно и все. Но я, пожалуй, закреплю это место. Место, где сходится винт и монета, я немножко закреплю. Для этого добавлю немножко буры еще. Подразогрею. Так, отлично. И положу пару небольших кусочков припоя в то самое место, где монета соприкасается с винтом. Чтобы укрепить это место, и чтобы винт впоследствии не отвалился. Хотя он и так намертво припаян
этой монете. И вновь разогреем, направляя пламя чуть-чуть выше, на сам винт. То есть, конечно же, ну, чуть выше места соприкосновения винта с монетой. Все. Место зафиксировано. Теперь даю полностью остыть этой самой нашей уже не монете, а этому значку. Все, мой будущий значок остыл. Вот что у меня получилось. Но у вас может возникнуть законный вопрос, что за значок такой, на котором какое-то горелое черное поле только видно, и ничего больше нет. А? Тут торопиться не надо, а? Так, самое... Ну, во-первых, отрежу излишки, потому что зачем мне лишний кусок? Вот я думаю, такого будет достаточно винта. Раз... И вот так вот в наглую обрежу. Но теперь будет самое страшное. Я буду монету, бывшую монету, теперь значок, точить напильником. Точить напильником. И не только напильником. Возьму водичку. А понадобится... Так, все это буду смывать, всякую гадость с нее, которая там за столетие налипла на ней и теперь обгорела. А потом возьму крупную наждачку и буду крупной наждачкой ее обрабатывать. Вот так. Прям в наглую, наждачечкой. Не надо ничего там пытаться в мыло там ее положить или что-нибудь еще с ней сделать такое. Наждачка, это все, что мне нужно для того, чтобы из убогой убитой монеты сделать достаточно симпатичный значок. Вот, я вижу орла. Очень неплохой орелик. Дорабатываем. Просто это все надо доработать. Пока в конце концов не получится весьма симпатичный значок. Все, вот он отполирован. Отполирован. Теперь остается закрепить орнамент нашего значка вот таким вот сапон-лаком. Для этого я вставлю вот такое отверстие. Возьму самую обыкновенную кисточку. И слегка окунув ее, нанесу лак на монету. Все. Остается только дождаться, пока наш этот значок высохнет. Ну вот, пожалуй, и все. Обраточка зачищена. Значок у нас отполирован и покрыт лаком. Остается только накрутить на него закруточку. И наш с вами значок готов. Кстати, можно немножко... полирнуть сам лачок, чтобы он был более, так сказать, блестящим.
и все. Значок готов. Ничего сложного в этом не было. Немножко рук. Почти никаких инструментов. Все, что найдется у каждого в доме. Ну, вот такой симпатичный значочек из абсолютно убитой намертво монеты у меня получился. А, кстати, если вдруг кто-то захочет приобрести этот значок, я выставлю его на аукцион внизу в комментариях под этим самым видео. Пожалуйста, если кому-то он понравился, делайте ставки и приобретайте этот значок. Все деньги пойдут в поддержку канала в поисках истории. Если будете делать ставки, прошу делать их не отдельным сообщением, а как бы в ответе на то самое сообщение о продаже этого самого значка. Так, со значком разобрались, убираю его в сторону, а теперь начнется истинное живодерство. Вот так. Значит, я буду сейчас издеваться над маленькими симпатичными монетками. А чтобы понять, о чем думал тот самый маньяк-нумизматор, мне придется залезть в его шкуру, как бы узнать, о чем он думал, когда издевался над этой самой маленькой симпатичной красивенькой монеткой. Для этого я возьму такую маленькую симпатичную красивую монетку. Ох, у меня их тут много. Найду самую такую, растакую. Вот вроде неплохая монетка. У нее есть какой-то орнамент. Орнамент, он видно, да? Проступает орнамент. Отберу раз монетку. Надо три. Для чистого эксперимента надо три монетки найти. Так. Большую взять монетку. И какую бы еще монетку взять? То есть надо, чтобы на ней было много окислов. Много-много-премного окислов, которые могли бы очиститься. Так, и еще одну. О, вот такая деньга. И, по всей видимости, она даже немножко в достаточно хорошем состоянии должна быть внутри. Но не факт, не факт. Не факт. Может быть, конечно, она в мыле бы отошла бы. Может быть, ее надо расчистить шаберами, но на самом деле она не столь ценна, чтобы с ней долго возиться. Поэтому я буду издеваться над ними по полной программе. Так, для начала я каждую монету разогрею до красна, а затем брошу в холодную воду, чтобы посмотреть, что получилось. Таким образом, я сначала, как истинный маньяк-нумизматор, сначала сожгу эту маленькую красивую монетку, а потом все, что это от нее осталось, утоплю. Вот так, вот такое маньячество. Угу. Посмотрим, что же из этого выйдет. Действительно ли таким образом можно чистить монеты? Не повторяйте этих экспериментов с дорогими монетами. То есть константиновский рубль вот так делать не надо. Все остальное можно. Огонь! Есть огонь! Я вижу, как прямо сразу сгорает. Что сгорает? Сгорают окислы на монете. Прямо огонь их сжирает почти полностью. До красна, нужно довести до красна монету. Все, она начинает светиться. Моя монетка начинает светиться красным пламенем. Ух, я чувствую жар, исходящий от нее. Думаю, достаточно. Я же не хочу ее расплавить, да? О, как она у нас сверкает. Вода чуть не закипела. Вот это маньячество. Ты следующая. До красна.
Я знаю, что пламени в этой горелке вполне достаточно, чтобы расплавить ее. Но я этого делать не буду. Она светится, она светится! Очуметь! Достаточно. Ох, какая она красивая! Ё-моё! Ё-моё! Откладываю в сторонку. Кладу большую. На самом деле эти монеты, конечно, изначально видно, что все проедены уже напрочь ржавчиной. То есть поле у них убито уже изначально намертво. И это понятно. И это понятно. Так, теперь самая большая монета. Окислы, по крайней мере, должны отойти все напрочь. Размягчиться, что позволит их потом снять без всяких затруднений. Вот, сгорают окислы с зеленым пламенем. Так горит медь. Монета разогрелась до красна. Сейчас медь становится мягкой и податливой. Можно на ней штамповать. Собственно... Ух, она чуть не вырывается у меня из рук. Вот так. Можно прям новый орнамент новый на ней штамповать. Так, и последняя монетка. Самая маленькая, такая красивенькая. А с достаточно большим и толстым окислом. Разогреваю до красна. Уходите, противные окислы. Брысь-брысь с монетки. А, кстати, когда она вот так светится, она прям самая красивая. Ну все, хватит. А то, не дай бог, она... А! Все отлично, все отлично. Так, теперь я возьму мыльную губку, так и называется. Мыльная губка Home Queen, которую можно найти в любом хозяйственном магазине. И стоит она совершенно абсолютной копейки. Бросаю все монетки, собственно, в воду. И начинаю в воде очищать их этой самой мыльной губкой. Ну вот, что же у меня получилось? В общем-то, получилось то, что и ожидалось. Мой эксперимент показал, что как и любой другой способ чистки, как химический, так и, не знаю, какой-нибудь там электрический, в общем-то, он не делает чудес. Если поле монеты было живым, то есть монета была в хорошем состоянии, как у меня у одной здесь монетки, то он, в общем-то, этот способ ей не навредил. Просто полностью снял патину. Монетка, у нее поднялся рельеф, почистился и стала такая достаточно симпатичной и ровненькой монеткой. Все же остальные были напрочь убиты, но, видимо, таковыми они и были под слоем окислов. Да, то есть они были ржавыми, как напильник. Ну вот, одна единственная монетка, в принципе, достойна лечь в какую-то такую, может быть, непрофессиональную, но тем не менее в какую-нибудь коллекцию. Все же остальные монеты безвозвратно утеряны для общества. По крайней мере, одна из них. Но, если по русскому обычаю слегка их обработать напильником, то вполне сгодятся такие монетки для тех самых значков, которые я сегодня и сделал. Вот именно из такой убиенной напрочь монеты. Но в качестве значка
она имеет право продолжить свою жизнь у кого-то в коллекции. Может быть, повесить ее куда-то на какой-нибудь флажок, на какой-нибудь вымпел, да, или просто в качестве какого-то подарка подарить кому-то из друзей значок из монеты, которой 200 лет. Все, сегодняшние маньяческие эксперименты закончены. Я себя попробовал в шкуре маньяка-нумизматора. Угу. Мне это понравилось. И в следующий раз я буду издеваться над монетами каким-нибудь другим способом. Не забывайте ставить лайки за испорченные монеты. Сейчас будет много вообще комментариев таких, что «Нафига ты так сделал? Их же можно было еще спасти, закинув на 2 года в мыло!» Нет, не хочу я ждать 2 года в мыле для того, чтобы потом обнаружить, что они совершенно в таком же состоянии, до которых я их сегодня довел за ровно 2 минуты. Угу. Тем более я из них все равно сделаю значки. Вот так. Ну и все. Давайте, всем пока. Не забываем делать ставки вот на этот значок из этого видео. Вот так. Ha ha ha!